Всем приветики, ребятки! Вы снова на моем канале, и это распаковочка бумажных сюрпризиков. И к этому видео я сделала вот такую вот новиночку, она называется «Пчелка Жози». Эту коллекцию мне посоветовали сделать мои подписчики. Вот такие тут пакетики, яркие, как всегда. Вот. Такие тут 7 пакетиков и 7 сюрпризиков. Надеюсь, что вам понравится эта коллекция. Да, у нас сегодня с вами тут 5 пакетиков на распаковочке и 5 коллекций, но в следующем видео будет 6, а потом 7. Вот. И также еще в воскресенье будет выбор зависеть только от вас. Если же вы наберете в субботу, например, 20 лайков, то будет целых 2 новиночки. Да-да, ребятки, сколько лайков, столько открываем коллекции. Но сегодня вот столько. Итак, в следующем видео мы с вами закончим коллекцию Курочка Дора. Коллекция Summer, лето. Давайте сегодня возьмем вот такой вот пакетик. Тут написано Enjoy Summer. Так, дальше. У нас с вами коллекция. Это магнитики на холодильник. Вот такие тут пакетики. Вот. Самый красивый пакетик, как по мне, вот этот. Так, давайте возьмем вот такой вот пакетик с такой доской школьной. Так, дальше у нас с вами коллекция, это курочка Дора. Такие 2 пакетика. Давайте возьмем сегодня вот такого. Давайте вверх. Нет, этот откроем в следующем видео, где написано Дора, привет. Пока тут должна быть запятая еще. Дальше коллекция, вот такая вот, питомцы из Adopt Me. Это, по-моему, прошлая новиночка. А, нет, это позапрошлая, вот. Такие тут пакетики. И давайте сегодня с вами возьмем вот такой вот пакетик с обезьянкой. И она Fly на пакетике. Вот. И сегодняшняя новиночка. Это Жози, пчелка Жози. Давайте сегодня возьмем с вами. Давайте возьмем вот такой вот пакетик, где она держит какой-то цветочек. Также дикие коллекции можете писать в комментариях. Мои видео уходят каждый день в 14:00 по московскому времени, даже когда из школы, ребятки. Так что обязательно ждите их. Я даже еще хочу в скором времени сделать, чтобы было, например, по 10 новиночек каждое видео. Я хочу, чтобы вы в воскресенье по новой выбирали где-то 2 новиночки. Я на вас надеюсь. Итак, мы с вами возвращаемся в такой лист коллекционеров прошлым. Так, у нас тут с вами коллекция. Это курочка Дора. Вот. По номерам 4, по номерам 5. По номеру 8 это опечатка. Вот такой вот пакетик. Я думаю, то, что нам с вами попадется сюрпризик под номером 4. Напишите в комментариях, как думаете вы. Так, такой пакетик. И давайте сейчас мы с вами откроем. Это не очень получается. Просто тут я заклеивала на вот такой вот клей, на ПВА, не на карандаш. Все хорошо заклеилось. И тут нам с вами попадается вот такая вот курочка Дора. Вот. И она под номером 4. Нет, я не угадала. Вот. Возможно, сегодня не мой день для угадывания. Напишите в комментариях, а вы угадали? Вот такая вот тут у нас с вами коллекция получается. Знаете, такая самая обычная курочка. Веселая, не грустная. Дальше. Лол. Кстати, я еще скоро хочу сделать Лол Билли Айлиш. Надеюсь, что вы тоже этого сильно ждете. Так, коллекция лета. Вот такой вот пакетик. Summer. Вот. Сейчас давайте мы его с вами откроем. Вот так вот. И нам тут с вами попадается вот такой вот сюрпризик. И это же крем для загара. Вот такой вот. Сейчас давайте мы его с вами приклеим. На номер 6. Так
кот маленький. Сюрпризик, посмотрите, какой он, лилипутик. Вот такие-то другие сюрпризики. Итак, дальше, следующая коллекция, это питомцы из игры Adopt Me. Вот такой вот у нас с вами пакетик с обезьянкой Fly. И нам тут с вами попадается, смотрите, вот такая вот пчелка. Она, по-моему, легендарная. Вот, и она еще Fly. Я не знаю, с нее можно первоначально летать на ней, либо же нет. Но вот такая вот у нас с вами пчелка. Есть еще такая пчелка ультра-рар, типа ультра-редкая и легендарка. Вот. Такие тут сюрпризики. Так, дальше. Следующая коллекция — это магниты на холодильник. Вот что курочка спрашивает. Так, такой смешной магнитик. Дальше у нас с вами вот такой вот пакетик сегодня. Сейчас давайте мы его с вами откроем. И нам тут с вами попадается вот такой вот магнитик. Это такое мороженка, которое есть мороженое. Логично все очень. И давайте приклеим это мороженое. Я думаю, вот сюда вот приклеить наверх. Вот. Такие два магнитика есть. Этот вот мне очень нравится. Он такой смешной. И очень похож на магнитик. И сегодняшняя новиночка. Тут даже нет возможности никакого листа коллекционера, а просто циферки. Такой пакетик. Сейчас давайте откроем. И нам тут с вами попадается, смотрите, какая миленькая пчелка Жози, которая кушает печеньку. Это так мило. И сейчас давайте я ее приклею, она под номером 7. Это вот тут, это милашка пчелка. Вот такая вот пчелка. И распаковочка подошла к концу. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте свои лайки. Я буду выпускать для вас все больше видео, чем больше лайков, подписчиков и комментариев и просмотров, тем больше в нем мотивации снимать для вас новые крутые видео. Всем пока-пока, до завтра!